Здорово! Сегодня в видео у нас будет рубрика «Повезет, не повезет». Давайте посмотрим, какой колхоз сегодня нам соберет автосборочка. Итак, ох, нифига себе, это что-то на аннигиляторах. Вот это крутяк, конечно. Ну-ка, что здесь еще есть? Это все на 6000 очков мощи, хамелеон, бочка для фарма бенза. Будем весь бенз выфармливать, который есть в рандоме. В общем-то, ну, крафт бомбический, мы обязаны его протестить в рандоме. Ну, хотя бы хамелеон с ингиляторами на разную кнопку, и на том спасибо. Кстати, автосборка уже давно ничего на дронах не собирала, поэтому это что-то интересное. И крафт такой достаточно быстрый получился. Я не говорю, правда, про колеса, про броню, а так в целом, ну, нормально. Давайте. Ну-ка, хамелеончик. Блин, надо сначала было аннигиляторы запустить, потом в хамелеон уйти. Что-то я затупил. Ну, ладно. Мы же катаемся на колхозе, должны соответствовать тактике боя. Раз у нас колхоз, значит, у нас будет колхозный бой. Давайте, аннигилятор, фас, давай, аннигилятор, нагибай, второй аннигилятор, фас на чувака, давайте, валите его. Вообще, какой бешеный урон, конечно. На этого давай. Все, меня здесь нет, офигенно. Если бы еще здесь напарник сидел для дронов, было бы вообще круто. Я забыл его посадить. Ну ладно, ничего страшного. Давайте сейчас кому-нибудь закинем еще аннигилятор. Держи, браток, это тебе. Ой, я немножко неудачно приехал. Давай, второй, фас. Давай, аннигиляторы. Фигачьте его, а я поехал. Все, ништяк, союзы подъехали. Не, ну так-то на таком оме с аннигиляторами прикольно кататься. Особенно на таком супер-мега-крафте. Что-то тут аннигиляторы, ой, ягуаев накидали столько. Да нет у меня, пацаны, вот он. Вот, его давайте. Аннигиляторы, блин, все аннигиляторы подбили мои ягуаи. Так, сейчас мы попробуем его подловить как-нибудь аннигиляторами. Ну-ка, стой. Йо, чё такой самый прошаренный на дронах катаешься? Ну все, браток. Один аннигилятор подбили опять. Ты попался. Привет, чувак, как дела? Давай, все, хана тебе. Давай второго. Есть, у него все отвалилось к чертям. Ой, что-то взорвалось даже. Все, я его добил. У нас победа. Не, ну так-то прикольно. Несмотря на то, что он колхозный, катается нормально. У нас пятое место по команде, 397 очков за бой было. Ладно, давайте соберем следующий крафт. Не, ну выглядит он, конечно, ржачно. О! Вот это уже больше на арт-крафт даже похоже. Ну-ка, здесь у нас стоит два арбитра, а также даже нерпа стоит. Вот это класс. Правда, не понимаю, зачем здесь стоит ампер, но... Фига, три нерпа! А где? Погодите. Я что-то немножко не понял. Фига себе, тут нерп, конечно. Можно бесконечно, наверное, стрелять с этих арбитров. Хо-хо-хо! А если они еще и апнутые стоят, давайте посмотрим. Нет, они обычные стоят. Ладно, погнали тестить этот крафт в рандом. Ну, здесь вообще, мне кажется, можно бесконечно стрелять, потому что здесь у нас стоит целых три нерпы. А плюсом у нас будет, я так думаю, постоянно работать перк арбитров на максимум, на буст урона. Давай, чувак, вставай, быстрей, давай, пора. Поехали. Чувак едет, я ник прочитал не как таран, а как таракан изначально. Ну ладно, таран, я тебя хотел назвать тараканом, ну ладно. Давайте, сейчас у нас перк накопился, все замечательно. Вообще, слушайте, можем стрелять бесконечно. Давай, чувак, на вереск. Куда это ты поехал? Сейчас мы тебя обстреляем. Погоди. Ой, у тебя там еще что-то взрывоопасное стоит. Как же я люблю такие крафты. Ну-ка, стой. Ха, вот ты и приплыл, браток. Да, да в упор ты мне ничего даже сделать не сможешь. Ну, давайте, будем издеваться над ним. Я думаю, этот крафт создан, чтобы над такими чуваками издеваться. Куда поехал-то? Фига он втопил, конечно. Офигеть. Как делся? Ага, вот он. Стоять! Еще перевернись, будет вообще зашибись. Так, меняем траекторию. Потому что он пытается меня предугадать. Смотрите, какой бессмертный. А, ну ладно, пофигу. Пусть уезжает. Давайте вот этому союзу поможем. У нас тут аргументы? Или что это? Мне кажется, вереск мне этот еще отомстит. Да-да-да, он уже целится по мне. Стопудово мне прилетит сейчас с него. Вот 100%, мне так кажется. Он вообще на меня как-то не обращает внимания. Чувак, я тебя тут завалил так? Ну, ты не парься. Вообще, я такой смешной крафт собрал, что на меня не обращают внимания. Привет. Ой, кабан аж в обморок упал от моего крафта. Ну, я понял тебя. Давай. Будем стоять, тебя обстреливать. Все, ништяк. Наслаждайся, кабанчик. Сегодня тебе
не поздоровится. Да, давай сам себя там подрывай. Все, офигительно. Чё, погодите, какие нафиг Кавказы? Вы откуда взялись? Иди отсюда, нет. Все, я аж испугался, я думал, все сейчас. Минус 3 победа, вот это было прикольно сейчас. Ну слушайте, 1502 очка за боем, МВП, это вообще топчик. Крафт на самом деле собран неплохо. Единственное, тут, конечно, есть вопросик к переднему арбитру, как он стоит. Но, слушайте, он у меня не отвалился, это удивительно. Можно себе, знаете, что поставить? Можно поставить сюда целых 5 нерп. Благо, здесь у нас энергия позволяет. И вот четкое место, прям по 2 нерпы. Поставить 5 нерп и просто, я не знаю, тут нагибать. А если их еще и апнуть, это будет еще круче. В общем, крафт малоумный и на самом деле эффективный. Это удивительно. Ладно, поехали теперь что-нибудь новое соберем. Итак, о, у нас сегодня день интересных крафтов. Какой-то пильщик опять на худроде. У нас здесь что? У нас здесь гепард, даже хамелеон имеется. Ну и собственно все. А, еще опять же бочка для фарма бинза. Где она хоть стоит-то здесь? Ага, ну хоть защищена. Ладно, погнали тестить этот крафт в рандоме. Над всего лишь 4200 очков мощи. Погнали! У нас здесь, кстати, стоит еще сокол, это, видимо, чтобы лучше целиться на комбайне. Вот мне интересно, будет ли буст урона на соколе. Если будет, то, блин, сокол это универсальный перс, которого можно будет абсолютно на любое оружие посадить, даже на пильщика. Это, наверное, самый лучший напарник! Конечно, как же не перевернуться-то, а? Пацаны... Меня нету, если что, не палимся. Так, вот хамелеон, зараза. Ой, спасибо, чувак, респект. Спасибо тебе, напишем. Давайте туда поедем к чуваку. У меня, конечно, вообще прочки нету на самом деле, но была не была. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Здорово, чё ты тут нашего союза накинулся, а? Сейчас, если шилка вот подключится, мне хана будет. А он даже не парится, он не заметил даже то, что его союза валят. Ну и ладно. Чувак, тебе никто не поможет. Хана тебе. Ха-ха-ха, какой я кровожадный. Все, есть. Ну, слушайте, даже такой крафт меня хорошенечко раскромсал. Привет. Привет, чувак, как дела? Как день? На буре катаешь, а я вот на комбайне. Так, давай, пилим. Ну, на самом деле, крафт неудобный, потому что у него короткая база. И колеса на небольшом расстоянии стоят. О, даже мне килл засчитали. И, ну, у него прочки нету, и он не такой управляемый. Хотя, слушайте, для такого маленького крафта он управляется нормально. Но для пильщика нужно 100% больше прочки, гораздо больше по сравнению с тем, что здесь есть. Так, я вот этого хочу подловить. Привет. А, ну типа, тебе на меня пофиг. Почему-то всем на меня пофигу. А, вот сейчас не пофигу. Да, катался, меня только заметил за весь бой вот этот чувак, которого я первого завалил на рапирках, который катался. Все остальные как-то, ну и вообще не заметили меня. Прикиньте, вот этот чувак у нас еще даже, который меня поднял и выжил. Офигеть. Странный весьма крафт, конечно. Такое чувство, что это какой-то новичок, потому что на лафетах все стоит. Возможно, это просто новичок, который только играет в игру. И у нас, ну точнее, только начал играть в игру. И смотрит всякие гайды, как собирать крафт. В общем, народ учится, это хорошо. Ладно, давайте что-нибудь новое соберем. Но этот крафт мне не понравился, прочки нет. Прочки нету здесь вообще, ой. Такой же крафт, по сути, колхозный. Опять бочка стоит. Гравостарый крушитель, 100% на одну кнопку. Даже до 6000 уложились. Вау, таймер стоит. Да, вот прям Гравостару таймер очень поможет. Я прям в шоке. Лучше бы стужу поставили. Да. Еще пневмоподвеска. Вах, вообще спереди. Ладно, погнали на вот этом крафтице в рандом. Да, все стоит по правилам красаута. Не докопаешься, смотрите, все стоит на решеточках. Все оружие на решеточках. Это все правильно. Прям не докопаешься ни к чему в этом крафте. Да, прикольно, прикольно. Так, я даже боюсь выезжать. Фига, на 6000 уже, что-то, прометейки? Или это синтезы, непонятно. Ну, кстати, сейчас синтез неплохо катается. Я бы даже сказал, офигенно катается. Если хотите, могу снять обзорчик. Пишите в комменты, делать или не делать. Чувак, на тебя надвигается буря. Все, тебе сейчас хана будет. Аврорку тебе. Ай, мельник, пощади. Я понял. Я понял, пацанчик, все, извини, пожалуйста. Валим.
На пневмоподвеске! Вах! Пневмоподвеска здесь, конечно, прям вообще в тему. Она очень меняет, конечно, кардинально картину боя. Давайте. Все, буду базу захватывать. В принципе, здесь наши полномочия все закончились. Потому что я больше-то ничего сделать-то не могу. А еще у нас целая команда соперников. Ой, здравствуйте, кабанчик. Привет. Как делище? Ой, поднять надо быстрее. Чувак, вставай. Вставай, убегай. Живи. Обстреливай. Что-нибудь делай, короче. От тебя, я думаю, больше пользы, чем от меня. Иди отсюда. Иди от твоего союза. Нет, я еще и последний остался. Блин. Печально. Поражение. Так. И у нас 24 очка за бой. Даже не самое последнее место. У меня предпоследнее место по команде. Видимо, чувак прям еще лучше меня катал. У нас вся команда такая. Класс. Офигительно скатались. Ладно. Давайте что-нибудь новое соберем. Последний крафтец. Ну, давайте что-нибудь другое. Я, если честно, сегодня уже накатался на всяких легких баги. О-о-о-о! Вот это уже поинтереснее. Тайфунчик. На ногах практически 20 тонн весит. И что здесь еще есть? Ой, да тут даже анаконда стоит. Газген на пауке. О, а где он стоит такой? Газген стопудово где-то здесь стоит. Максвелл. Ну и, собственно, все. А где реально стоит газген? Давайте даже посмотрим. Вау, он здесь не стоит. Хорошо. Значит, он стоит, наверное, вот здесь. Смотрите. А, это тупо так защита стоит. Погодите, а мне даже стало интересно, куда его засунули. Давайте посмотрим. Газген, ты где? Куда газген заныкали? Я не понял. Я сейчас весь крафт разберу. А, я понял, все. Вы этого не видели. Он стоит вот здесь. Ой, так там еще и боезапасы. Полный взрыв пакет. Ладно, посмотрим, взорвется, не взорвется. Но вот эта коробка, конечно, выглядит угарно. Итак... Погнали. Ну, поехали на нашей коробочке. Что-нибудь сделаем. Да, пушечка неплохая. Правда, не знаю, как крафт. Все оборачиваются на него. Типа думают, что за фигня тут такая построена. Держи. Все, лавинки. Сейчас гроза красаута едет. Смотрите, какой просто крафтец у нас собран. На! Стоять! Ну-ка, анаконда, давай, высаживайся, десантура. Стоять, деловинки. На тебе, прям в него дуло заснул. Давайте, пацаны, фигачьте его. Давай, я чувака цепанул. Все, поехали. Сейчас тебя отвезу в далекие края. Ах ты, зараза, взорвался. Я его вожу, зайцем там пристроился. А тут он меня еще и взорвать решил. Ну, так нечестно. За это полагается еще кого-то завалить. Ну-ка, пацаны. Стоять! Все, попал, хорошо. Да хватит меня закидывать, пацаны, что он сделал? Ну-ка, стой. Я тебя сейчас как зафигачу, ты где тут? Куда делся? Ага, браток. Ну-ка, стой. Тут мне ураганы, кажется, зафигачил. Ой, гренадер. Да, гренадер смотрит уже, смирился со мной. Да, вот правильно, не стреляй. Ты, смотрите, обстреливать меня начал. Какой хитрый, а? Сначала не стреляет, такой косит под мирного, а потом... Как? Стрельнет? Давай, фигачь его, он еще опять взрывается, да вы че? Че все взрываются? Непонятно, видимо, психические атаки я делаю, они все взрываются сами. У нас 345 очков за бой и предпоследнее место по команде. В общем-то, вот такие вот сегодня супер-мега-крафты собранные были. Я не знаю, что вообще это за крафт, особенно последний. А так, второй крафт на арбитрах был вообще зачетный на самом деле. Прям, ну, очень классно он катался. А вот этот супер-мега-крафт, я не знаю, что это такое. Но, в принципе, что-то он сделал. А, хорошо, хоть газген не взорвался. В общем, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it?
either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this.